уже совсем скоро все мы начнем сеять семена моркови и петрушки. Семена этих культур прорастают достаточно долго, до 2 недель. И в это время мы обычно гадаем, схожие ли семена нам попались, надо будет нам пересеивать семена или нет. Уже который год я использую одну нехитрую операцию. Эта операция ускоряет прорастание семян. Я замачиваю семена этих культур в воде. Температура воды 60 градусов. Это такая, чтобы еле палец терпел. Затем я несколько раз перемешиваю семена. И дожидаюсь, пока вода остынет. Что дает эта операция? Эта операция удаляет из семян лишние эфирные масла. Именно они сдерживают прорастание семян. Затем я через тряпочку в ситечко процеживаю семена и довожу их до сыпучего состояния. Таким способом также можно сеять семена сельдерея и укропа. При таком способе семена достаточно дружно прорастают. Вот посеянная петрушка дала дружные всходы уже на 9-й день. Всем удачного посева!